Привет моим друзьям. Так, друзья, Джан, сегодня у нас цыплята. Цыплята это не просто цыплята, будем готовить цыплята. Приготовим толма из виноградных листьев и заправим в цыпляту. Рецепт сейчас покажу. Сначала надо обрабатывать цыплятки, да? Все, по одной все будем делать, да? Теперь, друзья, все, что лишнее, нужно снимать. Вот эти жирки надо убрать, все. Так, отсюда еще. Надо еще вот эту надо убрать. Теперь, друзья, нужно приготовить начинка, фарш для тольми. Тут у меня индейка, мясо любое можно взять, говядина, свинина, баранина, фарш, любой фарш, это по вкусу. Сюда рис, у меня уже промыто, на 1 килограмм, 1,5 кило, у меня где-то добавим 200 грамм риса, ну это на глаз. Так, рис. 50 грамм томатная паста, друзья, очень вкусный, сочный голубцы будет. Не голубцы, а тольма. Все, посолить нужно по вкусу, да. Все, ну естественно, вкусный, с запахом. Базилик вкусный, но специи, друзья, по-любому делайте по вкусу вы. Чтобы это все вкусно было, еще добавляем растительное масло, 30 грамм, будет очень вкусно. Черный перец, 1,5 чайную ложку, измельченные помидоры, тоже будет очень сочно и вкусно. 2 головки лука, да, цибулька, где-то маленькие головочки. Мелко нарезаем в кубиках и добавим фарш прямо. Друзья, Джан, я тут забыл зелень добавить к фаршу. Аня, Джан, нарежь зелень, сейчас добавлю уже. И хорошо перемешал. Такой запах хороший, обалденный, вкусный запах. И вкусный, сочный толма будет у вас, друзья, Джан. Все, классно перемешиваем. Все, хватит, Ань. Да? Да, все, достаточно. Еще чуть-чуть и все. На глаз. Все, и перемешиваем снова. Так, друзья, Джан, теперь я буду приготовить много лука тут и зажарка, да? И один перец чили к нему добавим. Готовим очень вкусный зажарки. Все, один хватит. Зелень, много зелень. Ну, не так много, но много. Побольше чуть-чуть. Все, приготовим. Это отдельно, да, надо поджарить, да, Аня? Так, теперь вот это все для зажарки, да? Ну, подлива, соус. Когда все приготовим, сверху нужно добавлять это все. И заранее все приготовим, и потом начинаем крутить тольму. Все, почти мы готовы, да? Теперь надо крутить тольма, а потом начнем варить зажарку. И последний момент покажу, как будем заправлять цыплята с тольмой. Тольмой или тольмой, да? Так, друзья, Джан, тольма у нас, как сказал, это не голубцы, это надо тольма из виноградных листьев. Аня делает как сигар, потому я доверяю Ане, и она будет продолжать это все делать. Аня Джан, Да. Делай красиво. Конечно, обязательно. Спасибо, Аня Джан. И вот так. Давай делай несколько штук сразу, потом заправим. Лучше так, да, правильно. Блестящая сторона, вот сюда блестящая сторона, вот это и матовый, да, это остается с внутри. Внутренняя сторона у нас будет. Я работаю без перчатки, потому что я не могу с перчаткой. Ничего, Аня Джан. Аня стесняется всегда, не хочет показаться.
Ничего, Анжан, работай. Представляете, какой у нас вкус будет сегодня. Так, пока Аня этого делает, друзья, Анжан, все равно я чуть-чуть буду поперчить внутри птички, да? Поперчить тучу, да, в норме. Посолить тоже. И красный паприка тоже внутри, да? Ну, потом много не надо, потому что и зажарку тоже будем соли добавлять в зажарку. Потом и чуть-чуть. И красный паприка. Ну, каждый раз так, короче, да. Так, лучше добавить и базилик внутри. Вообще ароматно будет. Все, у меня 6 штук. Я не знаю, 6 штук поместится у меня в маленький казан. Анжан, молодец, красиво работаешь. Вот так, теперь, друзья, берем цыплята и толму заправляем вовнутрь. Да? Подобный видеоролик часто многие снимают, там в баранину заправляют. А я решил заправить в цыпляту, да. Почему бы нет? Вот так аккуратно, чтобы хотя бы штук 5 влезло, да? Вот так. Все, достаточно. 5 штук, да? Не получится эти порции. И вот так будем ложить сюда. Вот так, вот так. Давай по 4, Аня. Давай, как хочешь. Ну все. Даже 6 штук цыплят тут много. Да? Да. Все, на гриле буду готовить маленьким казаном. Ну, это само собой можно на газовой плите, это ясно. Ну, как тепло на улице, солнечная погода, лучше тут готовить. Все, друзья, мы закончили. Много мяса не пошло, потому что сколько? В каждую курочку пошло 5-6 тому, да, листья, и все, достаточно. Теперь надо приготовить зажарку, заправить и поставить на гриль. Но это не важно куда, на газовую плиту, на гриле, это то же самое ходит. Все, для этого нам нужно что? Зелень, лука, ну один перешили я добавил, и лечо, да, и в лечо я добавлю, конечно, естественно, еще специи буду добавлять. Все. Как красиво поет. Вот и все. Еще специи сюда и все, друзья. Все. Все, друзья. Растительное масло. Все. Уже много. Ну все, хватит. Только надо лук пожарить. Сейчас режем. Собака запах чувствовал уже. Он уже золотистый стал. И теперь добавим лечо. Посолим по вкусу. Еще базилик. Еще черный перец. Все делаем по норму, чтобы не пересолить. Друзья, вот и все. Наливай. Вкус жидковато будет. Все, нормально. Все, пусть закипит. Подождем, пока он закипит. Так, друзья, все, видите, он кипит уже. Еще минута-две с зелеными. И все, перемешиваем, и наш зажарка готов. Какой вкусный зажарка. Все. Все, друзья. Видишь, Аня, как хорошо. Mm. Как раз по расчету и медикали, да? Правильно. Все, закрывает. Даже если нужно будет, можно водички добавить. Так что, друзья мои, такое обалденно получается. Не надо водички, чтобы
Не надо. Все, закрываем крышку. Делаем медленный огонь, да? Не надо сильно жар. Все, закрываем крышку, Анжан. И подождем. Все. Даже сверху тоже. Сам большой крышку тоже закрываем. Будем держать где-то 220 градусов. Все. Ну, на газовой плите, если будете готовить, держите температуру там средней, да, на медленном огне, его пускай где-то больше часа будет вариться. Даже в духовку можно, да. Это, даже в печку, везде. Куда угодно. Везде можно. Главное, получится вкусно. Ух. Медленно варится. Уже полчаса, друзья. Смотрите. Как думаете, красавчик будет или не будет? Конечно, будет. Такой красавчик. Все, закрываем. Ну что, уже готов, друзья. Какой тяжелый. Так, все, друзья, Джан уже готов. Где-то 6:30, ну, полтора часа я оставил вариться этот красавчик. Бомба. Снизу зелень оставляем. Анжан, дай ложечку, возьми это. Пожалуйста. Это тоже надо давать сначала. Ух, такой вкусный. Так, украшаем. Анжан, дай ложечку. Столовый или пищевой. Ох. Я свежий зелень нарочно оставил снизу, чтобы красиво видно было. Самый вкусный вот это. Друзья, не пожалейте, если будете готовить. Честное слово. Сделайте по рецепту. То, что я делал, делайте вы сами тоже. И у вас получится бомбически. Это такой вкус. Обалденный там. Не могу передать завтра, друзья. Ну что, все. Давай в первую очередь я достану отсюда тольму. Ну что, все, да? Да. Это необычный вкус. А вкус в том, что готовился в курице. Он, возьми. Обалдеешь. Вообще-то не могу объяснить. Один. Да, один не даю. Хорошо. На, с хлебом возьми. Я впервые готовлю так. Это честно скажу. Честно сказать, на YouTube канале впервые готовлю. Очень даже вкусно. Про курицу разговор нету, про цыплят. Сама собой он вкусно. Все, это мое. Все, друзья, Джан, очень вкусно получилось. Очень вкусно даже, честное слово. Необъяснимый такой вкус и аромат. Очень. Готовьте со мной. Спасибо вам. Всего вам хорошего. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Спасибо за хорошие слова. Я желаю вам также. Всего вам хорошего. И миру мир, друзья, Джан. До свидания. До следующего видеоролика.